18 команд, 72 участника и только один победитель. В Самаре начались соревнования по шахматам среди школьников «Белая ладья». Сильнейшие мастера со всего региона будут бороться за звание лучших на протяжении нескольких дней. Несмотря на свой юный возраст, участники уже выступали на международных турнирах. Самые опытные имеют разряды и являются кандидатами в мастера спорта. У нас очень серьезная шахматная школа, очень хороший тренерский состав, очень умные ребята, которые приходят в спортивную школу именно из образовательных учреждений. Самарские школьники из лицея информационных технологий уже трижды побеждали в финале на всероссийских соревнованиях. Организаторы рассчитывают, что их подопечные не подкачают и в этот раз. Ребятам придется вступить в борьбу не только с соотечественниками, но и дать отпор сильнейшим представителям международных шахматных школ. Сейчас гораздо труднее. Дело в том, что где-то примерно года три назад турнир стал открытым и международным. И допускаются иностранные команды теперь. Теперь там команда Китая, Франции, там Англии. Команда-победитель региональных соревнований будет представлять Самарскую область в финале всероссийского турнира «Белая ладья». Спортсмены-интеллектуалы поборются за титул в Дагомысе с 1 по 10 июня. Анатолий Головко, Константин Головин. События.